Первое впечатление такое было, наконец-таки я дома, а то весь год был за рубежом на сборах и вообще жутко соскучился по дому, по родным, увидел мамку свою любимую. Вот честно сказать, наверное, из-за того, что за меня все так переживали и хотели, чтобы я хорошо выступил, у меня вообще никаких переживаний не было. То есть я выходил на старт вообще совершенно спокойный, мы были с напарником. То есть такая была уверенность внутри, что все получится. И получилось. Я считаю, это не моя победа, а победа абсолютно всех людей, которые вложили в меня свой труд. То есть это победа, в первую очередь, это победа, конечно, моих родителей, моей матери, которая родила меня вообще, моему отцу, который также тренировал меня все вот эти вот годы, своему первому тренеру Олегу Владимировичу, который, в принципе, привел меня в этот вид спорта.